Апошні званок для выпускников школ з усёй Беларусі ў гэтым годзе будзе дадзены на Гродзеншчыне. Традыцыйнае рэспубліканскае свята 23 і 24 мая прыме ЛІДА. Удзельнікамі маштабнага форуму стануць па 111 класнікаў ад кожнай вобласці і горада Мінска. Выпускнікі школы Лічыны запрошаны ў поўным складзе, а гэта больш за 700 чалавек. Праграма апошняга званка пачнецца з ускладання вянкоў і кветак да падножа кургана бессмяротнасці і ўрачыстага шэсця выпускнікоў па горадзе да Лідскага замка, які стане галоўнай пляцоўкай рэспубліканскага свята. Линейка для выпускников всей страны пройдет на территории Лидского замка, объекта историко-культурного наследия, одного из символов Гродненской области. На этой линейке в присутствии почетных гостей министром образования будут вручены награды лучшим из лучших, тех, кто проявил себя в творчестве, учебе, исследовательской деятельности. Также будут награждены лучшие педагоги, которые проявили себя на поприще воспитательной работы со школьниками. В программе предусмотрена большая концертная программа, танцевальная программа на базе Ледового дворца города Лиды. Мероприятие закончится большим фейерверком. Во второй день мероприятия, 24 мая, ребята познакомятся с многовековой историей города Лида, посетят музеи города, ознакомятся с Лидой в целом. И мы надеемся, что у них останутся только самые лучшие впечатления от посещения этого города, знакового места нашей страны, одного из крупнейших городов Республики Беларусь. И мы уверены, что вся программа, которая будет наполнена также и более мелкими локальными мероприятиями с участием руководства Министерства образования, позволит всей стране познакомиться с лучшими практиками системы образования Гродненской области. Ва ўсіх школах краіны ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя апошняму званку, пройдуць для вучняў 11 і 9 класаў 25 мая. Выпускныя вечары па традыцыі адбудуцца 10 чэрвеня. Сроки не меняются, это 10 июня на базе учреждения образования, как это и практиковалось на протяжении уже ряда последних лет, в уже привычном формате торжественного вручения аттестатов об окончании школы с участием родителей, с участием педагогов, с проведением творческого, яркого, интересного мероприятия.